Чтобы поменять права, Евгения Балакай заглянула в ГИБДД всего на несколько минут. Дома ввела данные всех документов, составила заявление и оплатила пошлину через госуслуги. И к удобному ей времени приехала в учреждение с ребенком. Как только запустилась госуслуги, я сразу пользуюсь с самого начала. Записываюсь и в поликлинике, и если куда-то нужно поменять права и поставить транспортное средство на учет. Не нужно приезжать на место, тем более у меня маленький ребенок, и тратить время, чтобы просто так приехать записаться, у меня его нет. С внедрением госуслуг очереди уменьшились втрое, отмечают специалисты. Сейчас у окошек стоят максимум 2-3 человека. Прием занимает в среднем 15 минут. Эффективность программы оценили сегодня общественники. Все довольны, как бы, что нет очередей. Той как бы ажиотажа, да, как раньше было при обмене прав, при получении номеров. Ну и работники доброжелательные и корректные работники ГИБДД. Ежемесячно в регистрационно-экзаменационный отдел поступает около 1000 заявлений от граждан через госуслуги. Это не только повышает эффективность работы, но и экономично. При подаче документов через портал скидка по госпошлине составляет 30%. Например, получить водительское удостоверение можно не за 2000 рублей, а за 1400. Виктория Тимофеева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».